Ладно, я думаю, что пора начинать. Всем привет! Меня зовут Егоров Алексей. Я являюсь руководителем приемной комиссии Института интеллектуальных кибернетических систем и достаточно давно занимаюсь вопросами приема, видел разное, но до времен ЕГЭ, конечно, еще не жил. Собственно, разное это примерно 5 лет. С 2014 года я занимался приемом, это уже шестой год. Соответственно, мы и моя команда, и я достаточно много накопил опыта аналитического, который позволяет так или иначе обобщать многие вещи и прогнозировать их, несмотря на текущую ситуацию. Я заранее оговорюсь, это важно, что на основании моих суждений сейчас невозможно сделать однозначное заключение, что именно вы поступили или именно вы не поступили. Все очень сильно зависит от достаточно большого количества факторов. К сожалению, несмотря на все, на весь опыт, на наличие команды, на там, мой и так далее, или университетской команды, которая стоит, естественно, за моими плечами, мы не можем предсказать конкретную конкурсную ситуацию для каждого человека с точностью. Поэтому моя задача — это наладить с вами контакт. Вы можете писать мне ВКонтакте, вы можете писать моей команде ВКонтакте. Для этого у нас в том числе будут и способы связи в Телеграме, в Дискорде. Достаточно много различных каналов коммуникации, которые мы сделаем. Может быть, уже даже на следующей неделе посмотрим. Но ВК уже доступен, вы уже можете писать мне. Значит, моя задача наладить коммуникацию с вами. Ваша задача наладить коммуникацию со мной. Вам приходится и придется опираться на мнение сотрудников приемной комиссии. И, собственно, мы в этом смысле являемся самым надежным источником информации. К сожалению, так показывает практика многих и многих лет. Поехали. Сегодня мы смотрим достаточно простую вещь. Они стандартные, но так как достаточно много вопросов возникло в последнее время с этими двумя пунктами ЕГЭ и БВИ, то я расскажу о них. Значит, ну, вначале немножко про Институт кибернетики или Институт интеллектуальных кибернетических систем МИФИ. Сейчас на слайде вы видите схему, которая описывает и обобщает все наши программы, кроме программы аспирантуры, потому что она одна, основная программа, одно направление, на которое вы можете поступить. Бакалавриат и специалитет, основная часть бакалавриата и специалитета вот сейчас отсечена таким красным кружком на диаграмме. Вы можете их спокойно, вы можете видеть, собственно, что входит на текущий момент в специфику программ подготовки Института интеллектуальных кибернетических систем. Это три основные направления бакалавриата. Это 090304, программная инженерия. Это 090301, информатика и вычислительная техника. Это 10.03.01, информационная безопасность. Проще всего эти направления разделить на несколько принципиальных для нас секторов. Программа 090304 скорее в целом посвящена искусственному интеллекту. 090301 — это широкие компьютерные науки, а 10.03.01 — это безопасность компьютерных систем и инновационные технологии компьютерной безопасности. Кроме того, есть одна программа уникального специалитета. В стране достаточно мало университетов, которые реализуют специалитет. И, собственно, один из них это наш университет, и мы готовим специалистов по направлению 090501, автоматизированная система обработки информации и управления специального назначения. Это что касается нашего института. Теперь давайте посмотрим более предметно о том, что же у нас происходит с ЕГЭ в первую очередь, потом с БВИ и потом со Всероссийской Олимпиадой школьников. Итак, ЕГЭ. Мы вынуждены, и это логично, опираться на слова наших руководителей. И в первую очередь для университета нашего МИФИ руководителем является Валерий Фальков. Это министр науки и высшего образования. И, собственно, позиция министра и позиция министерства такова, что университеты будут принимать на основании единого государственного экзамена. Никаких иных вариантов на текущий момент не прорабатывается, к сожалению. Да, если придется, если условно нам скажут все, никак иначе, не знаю, на каком уровне, то, наверное, мы что-нибудь и сделаем. Но, объективно говоря, на текущий момент времени ЕГЭ – это основной способ поступления на программы подготовки бакалавров и специалистов.
Я вижу вопрос в чате про цифры и позволю себе вернуться на слайд назад. Меня спросили, что означают эти цифры. Я думаю, имеются в виду вот эти 090301, 090304 и 100301. И 090501. Это коды. Коды направлений подготовки. У каждого из направлений подготовки в России существует набор кодов, один для каждого направления. По нему можно с точностью направлений идентифицировать. То есть названия, в принципе, у всех тоже одинаковые, но основной способ идентификации – это коды. 090301 – это информатика и учительная техника, 090304 – это программная инженерия, 100301 – это безопасность компьютерных систем, а 090501 – это специалитет по направлению автоматизированной системы управления. Если уж совсем подробно в качестве лайфхака, 09 это информатика и вычислительная техника, означает общая крупная конкурсная группа. 10 это информационная безопасность, а 03 это бакалавриат, 04 магистратура, 05 специалитет, 06 аспирантура. А дальше 01, 02, 03 это конкретные направления подготовки или специальности. Итак, министр сказал все достаточно однозначно, ссылку я привел. Мы должны принимать по ЕГЭ. Это будет тяжело, в этом году тяжелее, все в дистанционном режиме. Мы, как университет, будем принимать все в дистанционном режиме. Естественно, сдавать ЕГЭ вы будете очно, но принимать будем по ЕГЭ. Я оставляю, конечно, заметку на полях, что возможен любой форс-мажор, но пока все идет именно к этому. Обратим внимание и на слова Сергея Кравцова, который является министром просвещения. Несмотря на сложности в коммуникационном пространстве, Сергей Кравцов однозначно указал, что сколько экзаменов выпускник выбрал для поступления, столько и остается. Сколько ЕГЭ ВУЗ засчитывает как вступить на испытание, столько ЕГЭ и нужно сдавать, и столько и будут засчитывать. И это решают ВУЗы. Есть три экзамена, будет три экзамена. Есть больше экзаменов, будет больше экзаменов. Да, конечно, если опять же каким-то образом все придут к тезису, что необходимо отменить русский язык, а сейчас это недискутируемая вещь. В том числе однозначно сказано, что если и будут изменения, то русский язык просто будут сдавать в течение 2 дней, а не одного. То даже в этом контексте однозначно понятно, что количество вступительных испытаний в университет не изменится. 3 экзамена на инженерные специальности, на все специальности Института кибернетики и на все инженерные специальности МИФИ действуют 3 специальности. Русский, математика, физика. Собственно говоря, исходя из этого набора единых государственных экзаменов и складывается конкурсная сумма. 300 баллов, до 100 баллов из них составляют русский язык, следующие до 100 баллов составляет математика, и финальная до сотни баллов составляет физика. Еще 10 баллов можно получить за индивидуальные достижения. И в сумме таким образом на конкурс выходят 310 баллов. Вообще говоря, кажется, что баллы индивидуальных достижений играют нерешающую роль. Но это неверно. И когда я буду рассказывать про БВИ, я отдельно еще раз укажу на то, насколько большую роль могут сыграть баллы индивидуальных достижений. Кстати, их еще можно получить. Кружковое движение – это организация в России, ассоциация кружков, объединяющая, так или иначе, под собой все кружки, проводящие Олимпиаду национальной технологической инициативы, являющиеся ее оператором. Эта организация проводит конкурс «Талант». Он позволяет получить различные баллы при поступлении, дополнительные при поступлении в университет, в том числе и в НИЯУ МИФИ. Например, на текущий момент доступны 3 профиля. Робототехника, там чуть-чуть более сложное название, программирование на питоне, чисто программирование на питоне и решение комплексных инженерных задач. За каждое из этих направлений, за победу в конкурсе «Талант» можно получить до 5 баллов индивидуальных достижений при поступлении в МИФИ. Это важно и может сыграть значительную роль в итоговой конкурсной ситуации для вас. Уделите внимание баллам индивидуальных достижений. Естественно, кроме самого ЕГЭ, существует и известная, и очень болезненная для многих, но на самом деле, по моему мнению, достаточно справедливая форма поступления – это поступление так называемое БВИ, без вступительных испытаний. Цитата, выглядящая, вот, которую вы сейчас видите на слайде, она правдива. Тот, кто поступает с использованием права БВИ по полученному по итогам российского участия в Олимпиаде из перечня Российского совета Олимпиад школьников, учитывает только один предмет при поступлении. Вы можете
выбрать только математику или только физику в зависимости от профиля олимпиады. У каждой олимпиады свой профиль. И, собственно, ее и зачесть. Например, есть люди, которые поступают на специальность и направление подготовки бакалавров, вообще не сдавая физику, просто используя право БВИ при поступлении. Я отвлекся, обратил внимание на чат. Нурлана, кружковое движение на сайте у них может и не быть. Это я напишу руководителю, президенту Ассоциации кружков Алексею Федосееву. Я думаю, эту информацию он поправит на сайте. На нашем сайте вы можете это найти. Елена Морозова, дает ли БВИ призерство в СОЖ по астрономии? Да. Я закончил. Пока два вопроса, я на них ответил. Есть, к сожалению, несколько исключений. Но прежде чем мы продолжим про БВИ, я хотел бы обратить внимание на профиль олимпиады. На сайте МИФИ опубликован отдельный перечень для олимпиад, у которых неопределенный профиль из списка, из перечня Российского совета олимпиад школьников. Например, я являюсь одним из организаторов Олимпиады национальной технологической инициативы по информационной безопасности. Естественно, такого профиля при поступлении в университет по ЕГЭ нет. Есть только математика, физика и русский. В этом случае такая олимпиада в соответствии с утвержденными правилами приема МИФИ засчитывается за экзамен по математике и проверяется при ее использовании в качестве БВИ экзамен по математике. Подробности вы можете найти в таблице соответствующей. Александр Соболев, да, я приложу и отправлю ссылку на конкурс таланта Ассоциации кружкового движения. Как же действует БВИ и по каким предметам? Итак, во-первых, математика. Как я уже говорил, у нас есть 4 направления подготовки, и я их на прошлой схеме вначале описывал. БВИ в зависимости от уровня олимпиады и степени диплома определяется именно тем образом, который вы видите для математики на слайде. То есть, например, поступающий в этом году на направление, то есть специальность применения и эксплуатации автоматизированных систем, может засчитать олимпиаду, написанную в 10 классе первого или второго уровня дипломами 1-3 степени. На остальных направлениях такой возможности нет. Те, кто являются призерами и победителями Олимпиады национальной технологической инициативы по профилю информационная безопасность, могут получить право БВИ на направление информационная безопасность, несмотря на то, что это олимпиада 3 уровня 3 степени. Итак, физика. В физике есть отличия. Они зависят от профиля олимпиады. Как я уже говорил, отличия. Математика одно, физика другое. Вот по физике БВИ дает юниор, всероссийский конкурс научных работ школьников. Соответственно, вам для того, чтобы использовать юниор, и он дает это на все направления, и не только на направления Института кибернетики, но и на все направления в МИФИ, связанные с инженерным творчеством, в смысле, так или иначе, это и Институт ядерной физики, и лазерных плазменных технологий, и наноэлектроники, и биомедицины, и физико-технических интеллектуальных систем, и так далее. На все эти направления юниор дает право БВИ. Победители, призеры могут получить за 11 класс, а на направление, например, применение и эксплуатации автоматизированных систем, еще и БВИ за юниор в 10 классе. Это надо учитывать, и технику, и механику БВИ, естественно, надо достаточно точно понимать. Но есть одно «но», о котором я сказал в начале. Вы можете представить себе ситуацию, в котором количество мест меньше, чем количество льготников по БВИ. То есть, например, у вас ситуация прошлого года. У вас, у нас, на направлении информационной безопасности 30 мест. А количество людей, желающих поступить с использованием права БВИ, 36. Как в таком случае действовать? Есть понятный и простой алгоритм. Он позволяет построить очередь тех, кто будет поступать. Итак, эта очередь состоит, во-первых, из всеросников. Я вернусь к всеросникам в конце моей беседы, связанной с этой презентацией. Во-вторых, из победителей олимпиад, независимо от уровня, ранжированного по баллам индивидуальных достижений. А в-третьих, из призеров, независимо от уровня. Например, призер олимпиады первого уровня
оказывается ниже в этом списке, чем победитель Олимпиады второго уровня. Это важно учитывать для тех, кто собирается этим правом пользоваться. Вы можете спросить, а насколько же тогда повышается вес индивидуальных достижений? На бесконечное значение. В прошлом году отсечка прошла по 2 баллам индивидуальных достижений. Ирина, увидел ваш вопрос. Я после стрима скину стрим. Он останется в записи, и вы сможете его посмотреть. А презентацию, наверное, тоже приложу. И на почту я вам тоже отправлю саму запись. Ну, чуть-чуть попозже, где-то через часик. Итак, в прошлом году на направлении информационной безопасности тем, у кого было меньше 2 баллов, не взяли, а тем, у кого больше, взяли. Что имеется в виду под «не взяли»? Под «не взяли» имеется в виду примерно следующая ситуация. Все те, а вот в данном случае уже принято первое конкретное решение по этому поводу, у кого было право БВИ, но кто не попал в эти контрольные цифры в прошлом году, их всех университет взял на обучение за счет собственных средств. То есть фактически выдал грант на обучение, не прямой. Каждый обучающийся таким образом не платит за свое обучение в 2019 году, но спокойно учится. По этой схеме, скорее всего, будет осуществляться работа с БВИ, шниками, простите за такой жаргонизм, и в этом году. Соответственно, вот уже есть перечень олимпиад. Дмитрий Хабаров. Такая ситуация с БВИ была только на направлении информационной безопасности в этом году. Так что в целом все может быть достаточно хорошо. Если мы говорим о прогнозах, а всегда нас спрашивают, а что будет с прогнозами, то в принципе такой ситуации может и не возникнуть в этом году. Количество мест на направлении информационной безопасности выросло. Ситуация с поступлением усложнилась отчасти, и вы на себе это ощущаете, что вам как бы тяжелее кажется, чем другим. Поэтому, может быть, таких проблем и не будет в этом году, и, соответственно, нам будет всем попроще. Тем не менее, есть вот такое решение, вы можете найти его на сайте приемной комиссии, будут и другие, я думаю. Поэтому следите за объявлениями, особенно на момент старта обучения. Нуралана, да, у нас есть люди, которые... Да, они не платят за свое обучение. И нет, не один год, а на весь срок обучения. Если только человек не получит выговоры, и причем даже это на усмотрение, либо если он отчислен будет, уйдет в академ и так далее, то это право за ним не восстановят. И, собственно, такого завершения, такого краткой презентации моей и с рассказами основных волнующих на текущий момент моментов, ситуация с ОФСОШ. Конечно, очень многие еще с апреля месяца достаточно активно то ли возмущаются, то ли удивляются тому, что произошло. Но Александр Соболев, то есть по ЕГЭ в такой ситуации направления информационной безопасности никто не поступил. Нет, к сожалению или к счастью, это неверная трактовка. В прошлом году на это направление, на информационную безопасность по ЕГЭ поступил один человек. Ну, так вышло, потому что на самом деле есть некоторые лазейки в приеме, или, скажем, даже не лазейки, а вот некоторые ситуации, которые позволяют человеку после поступления отказаться от этого права поступления и забрать оригинал. И, соответственно, получается, что человек поднимается на уровень выше, тот, который раньше не проходил, и проходит по ЕГЭ. Потому что порядок зачисления такой. Сначала целевики, потом льготники, потом, в смысле, особая квота, потом БВИ, а потом все остальные. Соответственно, если вы в момент зачисления между БВИ и всеми остальными заберете свой оригинал, а в данном случае не оригинал, а согласие на поступление, потому что помните, что в этом году не нужно будет сдавать оригиналы в университет. Если вы уберете это согласие, то начнется конкурс на поступление по ЕГЭ. Юлия, я не могу дать ответ на ваш вопрос пока что. К сожалению, я не знаю. Вся информация будет доступна к моменту начала приемной кампании. Итак, ситуация с ОФСОШ. Напоминаю ее суть. Министр просвещения подписал распоряжение или приказ о том, что все, кто вышел во финальный этап Всероссийской олимпиады школьников, становятся ее призерами. А это, по сути, в глазах огромного количества людей означает, что многие-многие тысячи попадают
приходят в университеты, а вы помните, что все ростники являются бэушниками. Я, кстати, скажу, им даже не нужно 75 баллов по ЕГЭ получать для подтверждения. Они являются бэушниками, они приходят, занимают все места, всех вузов, нигде не остается вообще ни одного свободного местечка для людей, которые идут по ЕГЭ. И на этом, собственно, вся ситуация заканчивается, и можно уже ни о чем не беспокоиться. Но, объективно говоря, ситуация с Всероссийской олимпиадой школьников преувеличена. На самом деле это 200-300 человек, которые получили вот такое право по предметам физика, математика. Ну, не знаю, давайте там расширим, у вас будет там какая-нибудь астрономия еще, кому интересно, МИФИ, информатика отчасти. Вот, собственно, накапливается 200-300 человек суммарно. Суммарно? Почему так мало, спросите вы? Как же? А дело в том, что в финалы Всероссийской олимпиады выходят 100-140 человек. То есть на всю страну, по всем профилям этих людей 2500, если мне не изменяет память. Соответственно, победителями в нормальной ситуации, призерами, становились из них 45%. А, соответственно, ну, в смысле, все остальное как бы получали, отправили в свободное плавание без такого права. Но на самом деле это же очень талантливые ребята. С огромной вероятностью у них и так было право поступления без вступительных испытаний по другим олимпиадам. Ведь общее количество олимпиадников в стране очень маленькое. На практике очень маленькое. Соответственно, как вы можете понимать, вся ситуация с Всероссийской олимпиадой напоминает вот такую. На фоне наличия или желания создать большое количество информационных поводов, из мухи раздули слона. Нет никаких угроз на текущий момент времени, связанных со Всероссийской олимпиадой. Поэтому успокойтесь, не переживайте. Пускай те, кто вышли в финал, а они правда достойны, спокойно используют свое право попасть в университет. Скорее всего, у них это право было и без призерства во Всероссийской олимпиаде школьников. Мои контакты вам даны на слайде. Собственно, мы разместим и опубликуем и другие способы коммуникации, и разместим и сайт-визитку, и Дискорд, и Телеграм постепенно. Мы все введем в строй. Поэтому вы сможете обращаться по любым доступным каналам, как в ИИКС в целом, так и ко мне лично. Итак, Никита Анисимов, есть ли информация про целевые направления на информационную безопасность? Можно ли сейчас получить целевое? Никита, я так понимаю, что определенное количество целевых мест доступно на этом направлении. Я думаю, что вы можете обратиться в организации, которые по профилю занимаются информационной безопасностью, и государственные по закону могут предоставить целевое, и такое целевое направление получить. Я со своей стороны не возьмусь рекомендовать организации, в которые обратиться. Татьяна, потребуется ли сейчас при подаче документов медсправка? На направление Института интеллектуальных и кибернетических систем не нужна медсправка при поступлении. На остальные направления, на те из них, которые нужно по формальным признакам эту справку, я думаю, вы можете предоставить их ее в электронной форме. Это не проблема. Мы понимаем, и сейчас я напоминаю, вся подача документов будет вестись дистанционно. Логично предположить, что никакой физической справки не потребуется. Еще раз скажу, при поступлении в университет, на большую часть направлений в наш университет, медицинская справка не нужна. Она потребуется потом. При поступлении немного не в тему. На какой платформе мы будем сдавать завтрашний экзамен по программной инженерии? Да, вы совершенно правы, Владислав, совершенно не в тему. Напишите мне в личные сообщения, я отвечу. Про платное поступление можно тоже подробнее. Можно про платное поступление чуть подробнее. Пока все выглядит очень просто. Вы поступаете на платное. Если у вас или у вашего ребенка не менее 200 баллов в сумме по ЕГЭ. Если у вас есть такой набор баллов, то вы можете поступить на платное. Если нет, вы не можете поступить на платное. На платное университет устанавливает свои правила приема, свои нормы, кого брать, кого не брать. Дальше. Подскажите, есть ли какие-то особые квоты для льготников? Эмилия, вы, видимо, имеете в виду особые квоты для лиц, ну, у которых... Значит, смотрите, я прошу прощения, что так замялся. Если у вас или у вашего ребенка есть такая красная справочка, на которой указано, что он
льготник, то да, такое место есть. Они составляют 10% от общей конкурсной массы. То есть, например, на направлении информационной безопасности в этом году 40 бюджетных мест. 4 из них могут получить люди по особой квоте. Елена Морозова. Дают ли общежитие всем иногородним? Общежитие предоставляется всем иногородним, за исключением нескольких моментов. Есть ряд людей, которые достаточно близко живут в Подмосковье, например, в Щербинке, в Подольске частично, в Расторгуево. Это я просто вспоминаю вот так, на юг. Вот этим людям общежитие не дадут. И, собственно, есть карта, кому предоставляется общежитие. В общем, там Москва и некоторые аппендиксы вокруг нее выделенные, в которых достаточно близко ехать до МИФИ, поэтому общежитие не дают. Соответственно, вы спокойно можете... Все остальные иногородние получают общежитие. Сколько всего мест, платных и бесплатных, по трем вашим направлениям? 9 и 10 направления, спрашивает Петр. У нас 108 мест. Мне кажется, 108 бюджетных мест. А платные места, считайте аккуратно, так предполагайте, что их количество не ограничено. Всех, наверное, мы думаем, что всех возьмут платных. На сайте есть рекомендованные баллы по каждому предмету. Нужно ли БВЭшникам набирать их или 200 баллов по ЕГЭ в сумме? Все достаточно просто. Когда вы поступаете по БВИ, вам необходимо использовать только один предмет. По нему надо преодолеть порог 75 баллов и все. Алексей Пучков отвечает Владиславу. Я, если честно говоря, не знаю, на что конкретно. Немного... на какой программе? Алексей Пучков, вы не правы, к сожалению. И это достаточно грубый ответ с вашей стороны, Владислав. Владислав, напишите мне личное сообщение, пожалуйста. Алексея проигнорируйте. Нурлана. Нурлана, простите, пожалуйста. На платном неограниченное количество мест. Будем считать так. Есть формальная логика по организации плана набора на платное, но если мы будем понимать, что у нас достаточно много талантливых детей, то план набора можно скорректировать. Итак, я посмотрю, пожалуй, есть ли какие-то дополнительные вопросы. Мне кажется, что я в целом на них все ответил. Отлично. Коллеги, спасибо большое, что послушали меня. Надеюсь, я каким-то образом сумел развеять хотя бы часть ваших тревог. Кстати, у меня ошибка в почте на слайде. Он так долго висит, я только что заметил, что там ошибка. Ну, это мы поправим. Спасибо вам большое еще раз за то, что слушали. Надеюсь, вы будете к нам поступать. Если у вас будут какие-то вопросы, обязательно пишите. Надеюсь, у вас все сложится хорошо. Я увидел, кстати, один вопрос. Какие шансы перейти с платного на бюджет? Люди переходят. Это достаточно... Ну, к сожалению, скажем откровенно, в МИФИ люди вылетают в процессе обучения и, соответственно, освобождаются бюджетные места, и вы можете переходить. Важно только учитывать, что чтобы перейти на бюджет, необходимо учиться на хорошо минимум 2 семестра. Это требование, которое выставляет министерство для перехода с платного на бюджет. Нурлана, я, честно говоря, порекомендую тем, кто к нам хотят поступать, отдыхать летом, чтобы потом хорошо учиться. Особенно в этом году, когда приемная кампания будет очень тяжелая, изматывающая, и не будет никакого, к сожалению, такого периода отдыха после нее в августе. Поэтому я рекомендую отдыхать, и Юра Тимофеев тоже. Петр, я уже говорил, минимальный балл был 200 ровно по ЕГЭ. На платное, я имею в виду. Итак, коллеги, еще раз спасибо большое. Еще раз прошу прощения вот за ошибку вот здесь на слайде. Надеюсь, она вас не очень смутит. И удачи вам. До скорых встреч.